есть свой собственный храм. А выглядит он, скорее всего, как огромный замок. Я всегда прячусь там, если мне грустно или страшно. Помню тот день, я сидела одна в темноте в своей комнате. Душа моя блуждала по темному замку. Мне было очень тоскливо и одиноко. Потом я услышала голос отца. И стало так тепло и светло, потому что он включил свет.